Поехали, время твое пошло. Мораль демонстрирует трюки дисциплины Афер. Я немножко буду вас знакомить с фристайлом. Будем терминологии сейчас вам говорить. Еще есть 10 секунд на то, чтобы показать что-то интересное. Демонстрирует базовый комбо. Все, кто владеет этим типом фристайла, у нас считаются стабильными ребятами, они могут демонстрировать. Помимо этого, все время, но Рай, Дима, твой выход. Давайте немножко со зрителями поговорим. Вот, ребята, я вижу, вы футболисты, да? Скажите, что вам больше нравится, вот, когда показывают ребята? Человек? Тебе что нравится? Белые маркеры. Дима, еще есть 3 секунды. Раз, два, три. Закончили. Судьи готовы принять решение. 3, 2, 1. У нас опять ничья. Давайте быстренько еще по одному выходу. Поехали, Нурай, первый. Хорошо, я говорю, это стабильность. Отлично. Марай, у тебя 3 секунды. Переход. Дима у нас показывает трюки ситинга. Все очень просто. Сидя, значит ситинг. Еще 10 секунд. Оп, это был трехоборотный трюк, ребята, я буду пояснять. 3 оборота — это когда очень сложно. Дима, у тебя время закончилось. Судьи, готовы сейчас? Кто у нас побеждает? 3, 2, 1. И Нураев проходит дальше. Дима опускается в конец очереди. Следующий участник — Сергей Васильев. Друзья, поприветствуем. Это у нас человек, который приехал специально на наш турнир из города Самары. Может быть, кто-то есть из Самары здесь? Нет? Отлично. Ну нет, значит, он будет единственным, кто сегодня представляет этот город. Давайте его поддержим, он начинает у нас. И у тебя есть время твое, давай. Начинай. Я хочу сказать, что Серега у нас показывает такой креативный фристайл. Немножко другие элементы, нежели все делают, да? Видно? Видно свой стиль. На самом деле это очень круто, когда фристайлер обладает своими фишками. Отличный переход. Друзья, шумим немножко громче, потому что этого не хватает для победы фристайлеру. 5 секунд. 3, 2, 1. Ответ. Очень быстрый ground moves. Это, кстати, ребята, я могу сказать, что по этому стилю у нас сегодня тоже проходит соревнование. Немножко правее от меня. Называется панно-футбол. Если вы хотите посмотреть или попробовать поучаствовать, подходим на ту площадку, регистрируемся. Это тоже интересная чеканка такая. И время! Судьи готовы? 3, 2, 1. Эту сцену занимает Серега и Самара. Отлично! Сейчас смена соперников. Кто входит? Жура! Друзья, приветствую! Это, я не знаю сколько, многократный чемпион Украины по футбольному фристайлу. Он, по-моему, на протяжении 5 или 6 лет не отдает свой титул никому. Сейчас будет экстра фристайл. Аплодируем. У Журы тоже свой стиль. Он делает очень крутые фишки. Если ты готов, начинай. Аплодисменты! Вау! Сейчас заметим. Би!
Отличная рутина, дроп плюс 30 секунд. Отличный выход, ответ, все ребята. Это называется Dragon Stall. Отличный телефон. 5 секунд. 3, 2, 1. Отличный ответ, друзья. Заметьте, что мяч у нас пока никто не теряет. Судьи готовы выбрать победителя этой пары. 3, 2, 1. Жура. Жура занимает это место на нашем паркете. И следующий. Мельников Саша. Однофамилец нашего и первого финалиста. Они не братья, они соперники у нас сегодня. Тот Саша начинает, так как новичок входящий. Давай, готов? Поехали! Это было три оборота, ребята. Может быть, никто не замечает, как нога вокруг мяча двигается. Надо slow motion смотреть. Так что вы можете снимать. У кого есть айфоны, снимайте slow motion, рассматривайте. 10 секунд. Три, два, один. Ответ Журы. Вы видели еще такие переходы? По-моему, никто сегодня этого не делал. Я об этом как раз вам и рассказываю, что Жура у нас очень прикольные штуки делает. Пять секунд. Три, два, один. И Жура. Заканчиваем. Вот так вот. Судьи. Раз, два, три. Жура единогласно занимает наш подиум. Я передам слово Глебу. Пусть немножко поговорит. Да, итак, я вернулся снова поговорить с моим замечательным голосом, который уже кончается. Да не-не-не. Мы пригласим нашего товарища из Эрмитажа, только питерского. Евгений Архипов, город Санкт-Петербург, он представляет сегодня, так же как Калининград. Парень любит путешествовать. И опять же, как новичок, он начинает этот батл. 3, 2, 1, ну и как бы начинайте, когда удобно. Чё так тихо? Чуть громче, чуть громче, ай! Первая потеря. Еще и пара. У Жени есть второе имя — охотник за битами. Вторая потеря. Пока что находится за дропами. И 3, 2, 1. Спасибо. Ответочка из Украины. Это летучий и даже не голландец. Просто Жура на убийственной волне в этом клэше. 3, 2, 1. Спасибо. Итак, это второй наш мошенник. Так его назовем, мошенник Жура. Итак, судьи, 3, 2, 1. Жура, 3-0, единогласно. Друзья, ваши аплодисменты. И на наш ринг приглашается Егор Слесарев, который открывал наш клэш. Друзья, ваши аплодисменты. Итак, Егор готов. Как новичок начинаешь. 3, 2, 1, поехали. Thank you.
Время! Спасибо, Егор. Обедочка от дуры. По-моему, Лёх очень хорошо подготовился к этому контесту. И, друзья, не стесняйтесь хлопать, потому что это на самом деле участник топ-16 чемпионата мира Red Bull Freestyle. Не единожды очень известный в мире фристайлер. Трюки мирового уровня, чувственные губы и время. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. То чувство, когда человек не просто чувствует мяч, он его нюхает. Он знает, что такое запах победы. Знают и судьи запах победы Журы. 3, 2, 1. Да, знаю. 3-0, Жура. Друзья, ваши аплодисменты.